В поликлинике номер 7 прошла встреча представителей администрации микрорайона Левобережный с врачами, которые рассказали о готовности приема горожан с простудными сезонными заболеваниями. Медучреждения заработали боксы для раздельного приема детей и взрослых. Для закрытия больничных листов нет необходимости приходить в поликлинику. Можно воспользоваться консультацией по видеосвязи. Кроме этого, в поликлинику закупили достаточное количество вакцин против гриппа. Кто не вакцинировался, есть еще вот возможность довакцинироваться от гриппа. Так как уже в декабре месяце это уже будет неактуально, потому что иммунитет, он развивается через месяц-полтора. Поэтому самый иммунитет хороший будет через 2 месяца. Традиционно массовые заболевания гриппом врачи ожидают ближе к февралю, поэтому прививаться стоит уже сейчас. Даже если сама болезнь протекает без осложнений, велика вероятность развития серьезных последствий. Чаще всего сезонный недуг поражает сердце и сосуды. Прививка в разы сокращает риски. В этом году посещений в поликлинику стало намного больше. В общеобразовательных учреждениях прививают детей вакциной. И старшее наше поколение активно принимает участие в прививочной кампании. И, конечно же, я призываю всех жителей и городского округа Химки, и особенности нашего микрорайона, обязательно принимать участие в прививочной кампании. Сделать прививку можно в любой поликлинике городского округа. Кабинет вакцинации открыт для всех желающих по будням с 8 утра до 20 часов вечера и в субботу с 9 до 15:00. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.